пока вы играете в Minecraft 1.19, наш приватный сервер уже перешел на 1.20, где в снапшот добавили холст для рисования. Для ее теста вы можете скрафтить полотно, взяв кроличью шкурку и с помощью воска дубите ее, добавив в конце пустую карту. Получится вот такой холст, на котором можно рисовать что угодно с разной силой нажатия. Например, по одному пикселю или квадрату с большим радиусом. Главное просто иметь как можно больше красителей при себе.